21 ноября на Супсехском шоссе произошло ДТП с участием бетономешалки на базе КАМАЗа и маршрутным автобусом, в котором на момент аварии находилось 11 пассажиров. По предварительным данным, водитель КАМАЗа при выезде со второстепенной дороги на главную проигнорировал требования знака и не уступил дорогу автобусу. Результат невнимательности – две черепно-мозговые травмы и ушибы пассажиров. Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение Анапской городской больницы. Основной удар пришелся по правой стороне передней части автобуса. Судя по красным отметинам от краски автобуса на КАМАЗе, грузовик уже выехал на дорогу, а водитель автобуса, пытаясь избежать аварии, начал уводить маршрутку влево. Скорее всего, водитель КАМАЗа рассчитывал, выехав на трассу, быстро набрать скорость, но задуманный план провалился. Поэтому будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа регион.